Сейчас мы с Леной сделаем невозможное. Мы пройдем сквозь гору. На самом деле здесь надо найти где-то туннель и пройти. Мы заходим в этот загадочный и опасный туннель. Если вы не увидите следующее видео, значит, мы не дошли. Эти туннели раньше использовали для того, чтобы гнать пресную воду и быстрее ходить через горы в ущелье. Дошли до конца туннеля. Он длиной где-то 1400 метров. И вот она, красота. Сколько, не для слабонервных. Сколько раз тебя одолевало чувство паники? Мы нашли маленькую Мадейру на Тенерифе. Прогулки вдоль Леват. Смотрите, сколько воды. Мы сейчас будем спускаться вниз в ущелье, и в конце, я надеюсь, мы дойдем до пляжа. Мы идем по ущелью Баранка Манча дель Лос Диас. Она нас должна привести к океану. Совсем недалеко осталось. Мы вышли на пляж Плая де Баранка Сека. А здесь, оказывается, мы не одни. Много яхт. Проходим через хозяйство, где делают сыр, козий сыр. Смотрите, охренеть. Козы закончились, теперь страусы начались. Кого только здесь нет.